Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Cruze 2015 года выпуска. Двигатель 1.8 автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 61 тысяча километров. Заменю на нем расширительный бачок. На старом бачке отломился носик. Носик восстановили. Хозяин там пытался сделать, но снизу откуда-то все равно идет потение. Антифриз подтекает, быстрее всего трещина. Откачаю антифриз из бачка. Все, жидкость я откачал, антифриз из бачка, откачал такой экспресс заменой масла. Как покажу, бачок сухой, поэтому потери антифриза в подкапотку не будут. Теперь снимаю. Фиксатор вот сбоку. Поддеваю его отверткой. Бачок крепится только им. Откручиваю хомуты. Снимаю сапун с коробки и откручиваю хомут нижнего патрубка. Сдвигается с этого крепления вперед, поэтому ставится он так и задвигается назад. От времени пластикового шевролета не очень. Лопнуло здесь, лопнуло здесь и подтекает где-то снизу. В каком именно месте? Не видно. Где-то кто-то появилась еще трещина, поэтому решили уже взять и заменить на новый. Новый бачок оригинальный. Номер его 134-65-094. Задвигаю и зафиксирую вот с прорезью кронштейн в этом кронштейне.
Также сразу ставлю на место скобу. И прикручиваю хомуты. Здесь переходничок уберу. Один. Шланги начали лопаться, хозяин уже поменял на другие. Все. Остается теперь только залить антифриз. И на этом замену расширительного бачка я закончил. Всего вам доброго.